У нас в тренажерном зале сегодня специальный гость Константин Евгеньевич. Второй раз пришел в тренажерный зал. Вот. Константин Евгеньевич. Да. Здравствуйте. Всем как, привет. Как вы себя ощущаете? Ой. Что, после первой тренировки очень боли от груди. Все болит. Все болит, в общем, передвигаюсь как могу. Главное, не приседал. Пока только потянул и пожал. Вот, надеюсь, что вернусь. Да, Сань? Форму хорошую. После карантина видение 2020. Так что всем респект, всем силы. И прухи. Понимаете? Сиськи болят и не стали.